Валерий Брюсов. «В будущем», читает Павел Беседин. «Я лежал в аромате азалий, я дремал в музыкальной тиши, и скользнуло дыхание печали, дуновение прекрасной души. Где-то там, на какой-то планете, без надежды томилась ты, и ко мне через много столетий долетели больные мечты. Уловил я созвучные звуки, мне родные томления постиг, и меж гранями вечной разлуки мы душою слились на миг».